Я такой птица, который падает. Тут и корова к нам прибежала, слушай, подписчица наша, иди сюда. Мы с тобой сфоткаемся. Кима хорошая. Какие молодцы-то мы. Чего? Какие молодцы-то. Эд, я подписчик, и я. А. У тебя такой звук сейчас был, как у, знаешь, у жителя. О. Да. Эд, скажи канал. 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 Скажи канал, канал. И всем привет, дорогие друзья, с вами Экстер и Эд. Всем привет, друзья. Мы сегодня будем играть в ваш любимейший Build Battle. Ну что ж, ребят, давайте приступать к просмотру. А мы к игре. Да. Первый раунд. Чё, телефон? Как? Сейчас, сделаем такой. У нас есть 7 минут, давай сделаем. Какой сделаем, мобильный или... Ты где? Я внизу. Почему я тебя не вижу? В смысле? Вот я. Вижу. Я перед тобой. Ты невидимый. Ну, а, подожди, я сейчас поставлю что-нибудь. Ты видишь? А-а-а. Да. Само строится. Короче, маги, слушай. Подожди. Что хочу делать? Поставим, значит, типа стол. Да. И сделаем... Какой сделаем? Давай сделаем телефон этот, который... трубковый, или как он еще называется. А, трубка? Короче, такой же с антенной, да, сверху? А, ну, давай. Классно будет. Только как сделать отверстия те, которые... Кнопки? Не, отверстия, через которые говоришь. Да пофиг на них. Потом вырубим. Вырубим. Ладно. Так, размерами распределимся. Я буду пока наверх поднимать. Возьму такую же, какие ты. Да, такая же. Знаешь как? Вот поднимай вот, допустим, до этого уровня. И потом через блок вот так вот. Один блок еще меньше, да. Типа, чтобы это была как... Так, разговорная хрень. Разговорная хрень, хорошо. Будет разговорная хрень сегодня с тобой. Да. Разговорики. Так, разговорики в строю. Я думаю, даже больше надо, yeah. Потому что оно слишком маленькое получится. Фух, ничего, жестко тут делаю. Так, еще повышенный уровень, нет, да? Нет. Думаю, вот так вот норм будет. Сейчас вот так вот. Теперь на уровень выше. А, все, я догнал, вроде бы. Может быть, нет. И подожди. Подожди. Такой совсем уж узкий становится. Не-не-не, да-да-да-да. Я думаю, сделать вот как-то это побольше. Ну да, строй дальше. Куда? Вверх? Да, вверх. Такс. Я знаю, что думаю тут поставить внизу. Поставить это, люк. Люк для чего? Ну, типа, где говорить, знаешь? Люк. Ну, люк, знаешь, с дырочками такими. Люк с дырочками? О. О, кстати, ну тема неплохая. Да, слушай, реально четко выглядит. О, все. Мне пока еще дальше поднимать, да, наверх? Да. Блин, были бы полублоки, это было бы другое, вот знаешь. Как-то взял полублоки и все. Ну, такие полублоки, знаешь, вертикальные, чтобы были. А, ну... Это блин, другое типа, было. Реально. Можно голову поставить. Вместо кнопок ставить. Белые. Нет, есть, короче, белые эти, типа голов, просто белый цвет, и они... Вообще нет, ну, блин, они вообще белые полностью, головы, и их можно поставить, и кнопки. Ха, прикольно. Только, блин, с этими головами я не разбираюсь. Так что, если я хочешь, разбираюсь. Я если хочешь, могу. Сам поставишь это все. Так, давай я тебе помогу, будем поднимать до... Да, слышишь, какого уровня поднимать? Хватит, наверное, до этого, да? Да, до этого уровня вот хватит. И тут будет еще вот такая вот. Это уже будет через который слушать, значит побольше надо. Динамик супер мега. Там не знаю, знаешь, такой динамище. Сабвуфер. Да, тут сабвуфер стоит в сабе. Сабвуфер в телефоне. Это нормально, знаешь так. Да, современные телефоны они такие. В него теперь можно поставить сабвуфер. А чё? А чё бы не, ну чё бы нет, знаешь, как бы. Да. Кто раз запретил? Да, кто разрешил тоже. Кто разрешил поставить телефон сабвуфер? Я. Выйти из строя. Выйти из строя. Мы наркоманы. Ну, это нормально для нас. Мы это признаем.
Главное признавать, что ты наркоман, иначе ты не наркоман. Да. А то если не признавать, то плохо будет. Сейчас буду голову ставить. Сейчас буду голову ставить. Ну, ставь свою голову, если хочешь. Головы. Цвета. Так, значит, антенка будет? Антенка. Baby Blue. Антенка будет. My Little Pony. Антенка будет. Давай антенку. Подожди, сейчас. Антенка должна быть где-то вот тут вот. Блин, черная антенка. Где это? Адская или как она? Да, адский забор. Господи. Адский забор. Что ты делаешь от этого забора? Что ты еще так, делаешь? Так, антенка достаточно... Да, дальше достаточно большая. Я хочу... Слушай, поставь вот тут вот на забор красную голову. Подожди. Или черную. Смотри. А, все, это надо что хочешь делать. Классно, вот, классно. Кнопочки я сделал. Теперь красную голову сюда. Так, это убрать. А, стоп, неправильно все делаю. А, было бы симметрия у нас, то классно было бы. Понимаешь, сделать такие вот... Ну, короче, уже не сделаем, пофиг. Так, теперь надо сделать, чтобы уши, ухо... Да, уши. О, смотри, получилось четко. Да-да-да. И смотри, тут поставим эти динамики, которые, ну, проигрыватели. Знаешь, где тут? Я просто не вижу. А, да, ты же меня не видишь, черт. А вот тут вот. О, слушай, реально. Надо тоже поставить его. А, только я не знаю, сделать внутри или снаружи. Без разницы, давай так просто сделаем, да и все. Давай. Всякую. Давай здорово с ней будешь делать так. Так. У тебя такой... у тебя, как знаешь, таймлэпс. Почему? А, ну да, потому что... Сам устроиться. Летай так потихоньку, знаешь. Так. Ну знаешь, можно еще образовать мою идею. Кстати, знаешь, если можно сделать, я подумал так. Ну, через век. А, нельзя выше взлетать еще. Ну да. Знаешь, можно еще образовать мою идею. Сделать его шире, и вот тут вот между ними вот такие четыре блока, и типа, знаешь, или нет? Не знаю. Ну типа вот так вот, как эти с середины, ну не с середины, а с краев. А нет, слишком большие зазоры получается. Ставь обратно. Такой, ставь обратно, поломал, ставь обратно. Это типично, нормально это вообще. Так, и тут еще. Я строю, стараюсь, он тут ломает и говорит, ставь обратно. Само что-то ломается и ставь обратно еще говорит. Голос неизвестный. Голос из ниоткуда. Напишу телефон, напишу. Чтобы было понятно, что это не. Ты что там строишь? Я просто не вижу ничего. Я строю это... Ну, типа, оставлю коврик, чтобы было хоть чуть-чуть, это, как-то, знаешь, объемнее. Вот если, да, видишь, тут коврик вот, есть. Ништяк. Давай точно поставлю, не знаю, что-нибудь такое. Выращу дерево. Выращу чего? Посажу сына. Посажу сыра, выращу дерево. Да. Так, подожди, надо будет реально дерево выращить. Подожди, берешь дерево такое, да? Где костная мука? Где костная? Костная в палке. Так. Палка. Костная мука. Где вот? Я думаю, знаешь еще что делать? Не, дерево не надо ставить. Не надо ставить дерево, а то минус поставить за это. Ну, то есть, оценку. Плохой стейловит. Блин, можно было написать еще на спине там что-то телефона, типа... Элемоб или как-то так, но уже... Элефон. Китайский. Так, сейчас посмотрим, что другие построили. По-моему, наша постройка классная. О, мы сразу первые. О, классно. Такие YouTube. Чего бы нет? Так. Летели. У них даже эпик в руках. Слушай, легендари. Ничего себе, отлично. Смотри, у девушка. О, классно, смотри, классно. Подожди, это что такое вот рядом? А, это типа тут... Да, трубка еще и мобильник. Классно. Ставлю, ой, блин. Ставлю хорошо. Я поставил отлично. Мне нравится, серьезно, красиво. Мойка и... Мойка. Блин, да, надо было поставить эти частицы. Нет, частицы, блин, точно. Ну, я хорошо, я просто больше хорошо не ставлю. Потому что отлично, это должно быть просто произведение. Это искусства. Классно, не, это классно, потому что, знаешь, розетку еще сделали, это прикольно, и ладно. Это я не понимаю. Что? Телефон простой, видишь? Да, телефон уже. Простой, типа сенсорный это, и это зарядка. Сенсорный, да, зарядка, походу, делал. Ну, ладно. Я думаю, поставил сейчас. Так, что уже. Тут? Это вот тоже сойдет, ладно. Да, сойдет, потому что, ну, кнопки как-то не такие. Непонятно. Что это? Ну, типа Apple, вот, знаешь, со спины это такой. Это Элефон. Так, это ж... О, слушай, это реально Android, реально будущий Элефон.
Но опять же сойдет, потому что нам не дали мобильный телефон, нам дали телефон. Он, кстати, будет что-нибудь такое, iPhone, и тебе пишут, iPhone. H-phone. Так, это с какой стороны? Это с этой стороны, да? Это с двух сторон одинаковые, да. Ну, сойдет опять. Да, согласен. Потому что... Я под 3. О, мы победили, да ну. Победили, Классно. Ну, классно построили, что гордиться надо. Мы же молодцы. Молодцы, пацаны пишут нам. Молодцы. Второй раунд, кирка, что? Я не знаю. О, я знаю, как ее сделать. Я не знаю, как она выглядит в пиксельном виде. У меня были сразу идеи, идут, но не знаю, как правильно сделать. Давай быстрее, я не знаю, как пиксельно... Подожди. Тебя что-то выходит. Вы мне. Из тебя что-то выходит. Что выходит? Ударь меня. Что из меня? Ударь меня. Все будет. Смотри, короче, все, у меня уже созрела идея. Давай. Берем, короче, вот ты берешь такое вот это потом. А, вот это. Нет, вот так вот, да? Нет, то подожди. Вот так вот, да. Сейчас я начну выбирайку. Блок сюда, потом блок сюда. Вот такой вот, да? Потом блок сюда. Потом. Да, правильно, отлично. Ты меня понял. Подожди. Я знаю. Вот, тут молодец. Как это? Как длинным будет у нас? Давай, продолжай, нормально все. Такой, давай, продолжай, нормально все. Я из-за твоего ника YouTube не вижу. Так, подожди, слишком большая. Последняя слишком большая. О, ФПС, ты чё? Нормально, сейчас. Кто-то там что-то натворил такое? Давай теперь сделаем алмазную. Давай же сделаем железную ее, а? Ну, давай. Потому что алмазная. Белая шерсть, черная, давай. А, поставь, я возьму. Это сломать надо нам, да? Теперь вот так. Нет, так? Стоп. Наоборот. Нет, подожди, там по-другому будет. Сначала белый, да, там белый нужно быть. Так, белым. А потом смотри, значит, как. Потом вот эти, значит, перепечатывай такие. Так, блока, сколько там. Вот так получается, да? И у меня это вот так вот. Вниз. Подожди, стой, вот так вот вниз. А, да, все. Ясно. И тут вот такой вот кончик, знаешь, в один блок. Кончик. И тут вот так вот сверху. Я дальше не знаю, как дальше, сам делай. Сейчас, подожди, я меня нужно так. Блин, что такое FPS у меня? Что-то вообще приседает. Что дальше можно сделать? Так вот. Вот так вот, да? Здесь вот так. Да, вот. Подожди, что теперь здесь? Так, нет... Не, как-то не так. Что ты делаешь? Подожди, убирать надо. Так, теперь смотри, опять... Так внизу так же. Так вот, подожди. У меня половые идеи идут. Тут это не так, как... Так, подожди, так? Все будет нормально, я тебе говорю. У нас еще 5 минут, ё-моё! Что-то ты здесь не так сделал, по ходу дела. Да, ты здесь неправильно блок поставил, вот так вот. Это ты вообще-то ставил, я тебе говорил, что это неправильно. И? Ну ладно. И ну, тут ладно, еще блок... А, тут этот, вот. Нет? Да, отлично, теперь смотри. А, где у нас этот, вот это, подожди, вот это, значит, теперь нужно здесь. Вот так вот, и две поставим. И наверх. Вот, во, все. И что еще будем делать? Давай поставим вторую хотя сделаем. Бы... Не, ну вторую, ну можно сделать, да, поскольку у нас есть время. Да, вторую рядом так же, типа, издалека так бы походи, вторая вот, и отсюда же вот, смотри, вот так вот. Даже вторая вот походи, смотри. Да, давай. Только алмазный ее сделаем. Да, давай ты будешь делать это, а я буду делать вот так вот. Только смотри, не перебращай опять с размерами. Размерчик. Размерчик большой. Любит нас экстра, но это не сегодня, как бы, ну ладно. Так, у нас там было... Все, да, вот так вот. Теперь... черненькие. Ведь мы черненькие, да? Я не знаю. Так, чего? 3, 4, 5. Да? Вышел заяц погулять. 4 просто. Не так. Так. Мы любим, что сегодня у нас серия называется будет так. Именно вот это название серии, так. Так, подожди, не железо. Вот уже нам... А, да, точнее. Алмазы. Копой. По-моему, вот так вот можно сделать из шерсти, нет? Не, слишком. Да, не, вот алмаз просто, бери и всё. Прям алмаз? Прям вот алмазный. Блоки. Какие они ж тяжелые, знаешь. Сейчас смотрю, там идет все это просто. Тогда здесь вот такой шнягой. Вот, все, подожди. Теперь а, не, вот не, подожди, не так. Нормально, все, на. Вот так вот. Стоп, что-то не так здесь.
Да, это что... мы ниже ее сделали. Ломай все. Ломай. Мы все на блок ниже. Я сейчас не переборщил, а наоборот. Не доборщил. Не доборщил что? Борщ? Борщ? Не борщ, это вкусная вещь. Сколько тут блоков? 4, да? Подожди, стой, так вот теперь. Да, там 4 блока. Вверх, потом вот так. Оп. 1, 2, 3, 4. Все. Знаешь? Я бог Хирок. Чего? Я бог Хирок. Во, все получается, ништяк. Такой, во, все получается, ништяк. А, не так. Наоборот. Да. Как там? А, не, так. Так, ты чё? Чё мне, куда я что? Наоборот. Не так, наоборот, да. Чё ты делаешь? Я тут ставлю, он ломает. Ох, туша, ништяк. Можно сделать еще, знаешь, такую... кубик из камня и руды какой-то. Внизу. О, да, точнее, давай сделаем. Подожди. Давай сделаем что-то железо, вот знаешь, так вот, блок железа большой, знаешь, типа он в нем. Давай так, смотри, так. А, давай, чтобы не было руда маленькая, а все. 8 на 8, давай. Слушай, так ты чё? А ну давай. А я буду делать золото, поскольку алмазная кирка же. Да. Все, подожди, так, раз, ты так раз, два. 4, 5, 6. А! Большой слишком. Ё-моё. Это ж ты как-то слишком большой сделал, да? Да, я уж понял. А, стоп, сломал блок. А поставлю здесь. Руда, как? Она должна быть симметрична же. Там. Так. Насколько ты ее большой сделал? 5, раз. На 5 на 5 сделаем, давай. 5 на 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. В смысле, а не маленькая ли? Да нормально, пускай будет мне 1, 2, 3, 4. Вот, все, он как раз типа впивается мне, смотри. Ну ладно тогда. 5. Вот и все. Текс. 1, 2, 3, 4. Ё-моё. Так это она наоборот, в нее даже получается. Так я и хочу, чтобы в нее входило. А, давай еще, чтобы с краю такой немножко сломанно. Ну, типа как сломанно. Прям руда. А, прям руда, чтобы валялась, да, на полу? Не, чтобы была вот сломана вот тут. А, чтобы кусок был сломан, такой, типа? Да. Все хорошо, я тебя понял, как сделать. Примерно. Знаешь, в чем прикол? У нас времени можно немного хватить. Ой, да хватит у нас все. 1, 2, 3, 4. Сейчас надо будет все сломать. Вот так вот Во, ништяк. 10 секунд! Блин. Надо успеть. Так, что? Что тут? Тут какая-то, знаешь, не такая кирка, как будто в террарии, да? Загибульная. Но сойдет. Сойдет, да. Плохо я ставить не буду, потому что это не так уж и плохо, как бы. Да, форма кирки есть. Потом вот это, ну... Ох, ты ж боженьки. Какая-то перекошенная, знаешь. Да, как будто... Я не знаю, во что воткнули ее. Дерьмо, короче. Я поставлю сойдет. Ты ж не буду дерьмо просто. Ну, тут еще люди поставили. О, наши. Я такой смотрел. Ну, вот это просто вообще, это божественно. Я больше отломал, смотри. А ты не с той стороны отломал. Фу. Твоя кирка не лучше моей. Дерьмо. Отлично. Ну, ладно, посмотрим, нормально. Екстер. Это плохо. Господи, что плохо? Для меня хорошо. Ты не полная, но само это не очень, как бы знаешь. Тут О должно быть, поэтому дерьмо, все. Так, о, что это? Кстати, вот это... Да, просто... классно сделано. Еще такие частички. Нет, слушай, я все это сойдет. Хорошо даже. Офигенно просто. Хорошо. Ох ты ж, какая толстая. Да не, пофиг. Не, это как раз вообще классно, мне нравится. Не сойдет. Ну, частички, да. Частички, кстати, надо уже научиться их ставить. Я сих пор не умею их ставить, на самом деле. До сих пор. Ну, я просто не приучен к этому, нету такой привычки. Ну, сойдет. Сойдет, это тоже сойдет, потому что вот две кирки, считай, еще вот здесь что-то развалились, потом да, кирка. Да, еще сделали целый пол из руды. Ну, тоже террария. Сойдет. Террария, они сделали оставил. Как-то, да, по террарии. Они просто в Майнкрафте не умеют делать, они в Майнкрафт не играли. Это окей, мы же молодцы такие, мы играем частенько в Майнкрафт, да? Лего. Нога. Слушай, что кирк сделал, чувак. Вот это сломает, как мол, вот эти две. Ну ладно, хорошо будет. Лего. Я всем отлично буду ставить. А я нет. О, мы выиграли.
О, да ты говорил, что там дерьмо оставили. Ты заработаешь 39 монет. А я 40. Не, ну красиво это смотрится. Мне дали, мне больше дали. Ладно, мне тоже 39. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поставите лайк, оставите комментарий. Мы заканчиваем такой красивой кампанией. Мы и наши подписчики. Ну, те, которые есть. Те, которые да, не попали сюда, жалеете, что вы не на втором ноге. Такой. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наши каналы. Всем удачи, новых встреч и всем пока, ребят. Пока.